Отлично. Отлично. Нет места. Ничего не могу взять. Ничего не могу взять. Пайтити стал для меня полнейшей неожиданностью. Народ, его история, все, что они пережили и кем стали сегодня. Их послушать-то Камару, Домингес, Кукулькан радеет о благе Пайтити. Но я знаю, на что он готов пойти. Убийство и жестокость. Я должна его остановить. Сюда. Это место Эцли и говорил. Спокойно, Лара, без нервов. Thank you.
сейчас тошнит. У тебя все получится. Thank you.
Это один из мятежников? Где-то здесь должен быть вход. Змей с серебряным глазом. Я на верном пути. Да! Сюда! Запах все усиливается. Лара, как ты там? Иона, я нашла еще одного змея с серебряным глазом. Похоже, я почти у цели. Обсуждаю с Учи тату. Тату? Да, ты видела тату, Рату? На ней цапли и затмения. Возможно, это как-то связано с серебряным ловцом. Сомневаюсь. Преграду. Нужно как-то сжечь эту преграду. Слишком сыро. Тут нужен катализатор. Нужно как-то сжечь эту преграду. Если эта нефть горит, если эта нефть горит, если эта нефть горит, в этих урнах они замачивают внутренности. Нужно как-то сжечь эту преграду.
Нет места. Ничего не могу взять. Нужно как-то сжечь эту преграду. Это что, зал для кровопускания? Преграда. Потекло не туда. Как же повернуть второе колесо? Понадобились сотни жертв, чтобы наполнить кровью эти каналы. Как же повернуть второе колесо? Неподъемно. Нужен крутящий момент.
Как же повернуть второе колесо?